Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Хаунд, мы продолжаем проходить игрушку под названием A Plague Tale. Глава 6 у нас, пропавшие... Я Милли, это Артур, это все из-за вас, где мой брат? Эй, не шуми! Блин, надо как-то голосами придумать. Эти гады забрали моего брата. Пошли. Еще надо успевать читать, кто это из них говорит. Это же тяжело все. Стражник! Артур заставит его уйти. Как? Отвлечет. Он же пока мы скажем ему. Что куда? Так что смотри внимательно. Поищите способность отвлечь врагов и нажмите на Q, чтобы... Это бутылка? Нет, он просто... Погоди. Телега. Годится. Приготовься. К чему? Давай за мной. Так это твой брат. Идем. Как-то, блин, быстро говорят. Сколько же у нас убитых-то? Трудно сказать. Тысячи. Это точно. Ух ты. Кукой там один. Они с ним ничего не сделают. Ты понимаешь, когда он боится. Имей терпение. Ага. Так. Бочка с копьями. Отлично. Пригодится. Я вижу его. Молодец, Артур. Начали. Вот, кстати, у меня голос сейчас получается вроде хороший для него. Для нее. Для Милли. Осторожно с бутылками. Нифига себе, даже бутылки что-то чего-то стоят. В плане того, что шумят. Такс. Осторожно. Так, в кусты. Бегом, 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 в кусты. Они тренируются. Yes. Да, на покойника. Ты чё хотел? Это ж война. Сидим здесь, не двигаемся. Забирай стрелу, не дура. Пойдем. Ага, я следом за тобой. Хорош. А тут где? Вон, нет. Горшок. Пошли. Интересно, а я сам буду выбирать, типа, нажми бы две ловушки, и типа я должен был выбрать, какую из них юзать. Я могу как обосраться, так и еще что-нибудь сделать. Так и наоборот, тебе пользы. Что делать-то? Только королю Филиппу он больше не служит. И дали с ними эти дети. Странно же даже. Так пойди, задай сестричке пару вопросов. Она уже проснулась. Не переживай, это должно было случиться. А, они пошли меня сейчас искать. Блин. Надо как можно быстрее торопиться тогда. Чтобы к тому моменту, когда они меня обнаружат, то, что я свалил. Уйти. Неплохо. Что ты делаешь сейчас не время? Извлекай выгоду из твоего спасения, вот что. А сундук? Продолжай химическое оборудование, если хочешь. Мне оно пригодится. Если хочешь, чтобы я вскрыла, скажи. А можешь? Спасибо. Легко. Легко, прошу. Спасибо. Пойдем. Иду. Ну я прям за тебя стою. Мели, не сюда! Что там целая куча? Она быстрее меня в разы бегает. И как пьянь в армию допускать, я вообще не представляю. Хлеб, вино на исходе. Вау, какое мясо классное. Блин, я заточил его с пацанами сейчас.
Мили здесь... Да ты с ума сошла? Это что такое? У нас получается? Еле-еле. Сохранение? Хорошо. Сейчас будет глава какая-то лицепилка, да, у нас? Эй, малыш! Так, не то. Мой брат? Быстрее. А где Амиса? Успокойся. Он что, должен быть, что девка сбежала? Все на поиски, она сбежала. Милли, что делать? Пора. В смысле, пора? А, все бросили Гуга, вообще все. Я ору. Вот это команда. Hugo, Гуга, я здесь. Амиса. Right? Ты в порядке? Забери меня отсюда, пожалуйста. Нам нужно пустить клетку. Все хорошо, Гуга. Да, ее положили в сундук. Right. Ну-ка, открой мне его, дура. Мелли, can you look after it? Мелли, откроешь? К сожалению, сейчас не могу. Спасибо, Мелли. А мне сегодня нужно решение. Теперь у нее есть рюкзак и параша. Блин, ничего не могу сделать. Нужен набор инструментов. Это они. Инструменты. Все хорошо. Ты пропала. I must be able to free Hugo with my sling. Это громко будет. Как хорошо, что они заняты. Мелли, the lock. Мелли, замок. Easy. Они сказали, что хочешь меня забрать. Right, пошли отсюда, Гуга, не волнуйся. Oh. Они сказали, что увезут меня, и больше никто никогда не увижу. Well, you know, если ты видишь, что я, это неправда. Я здесь. И мы будем вместе, да? Конечно. Мы пойдем вместе с Мелли. Она нам поможет. А тот же вор. Правда, Мелли? Угу. Я плохая девочка. Довольна? Может, уже пойдем? Давай руку, Гуга. Пойдем. Да. В лагере есть выход. Если ты правда умеешь обращаться с парашей, иди первая. Ага. В смысле, пропакайте, что ли, по главной дороге? Или чё? Подожди, пока эта дрищ уйдет. Проиграли, а? Окей, давай сдадимся. Если я успею убежать. Да слезь уже! Я просто не понимаю, куда идти. У меня миллион выборов. Просто не понимаю, куда идти надо. Просто не понимаю. Пошли справа попробуем. Не зря тут камень лежит, который мне намекает, как бы, на то, что мы еще будем здесь кидаться. Так, а войдем здесь. Можно даже кинуть камень. Пойдем. Угу. Пусть проверяют, а мы уйдем аккуратно за палатками. Дрищ, уйди! Ничего не видать. Пойдем. Блин, туда надо идти, прикинь. Can you do it, Melly? Yes. We can see. Are you sure about that? Completely. I've had enough of running. Come on. Say hello. Do you want some more? I still have some. Тебе мало? Капец, я их всех могу замочить просто, получается. Они просто по стелсу проходить, как дурак. И чё это? Да не волнуйся, Гуго.
Просто игра немного тормозит, поэтому... Я не могу точно попасть ему в голову. Слил усыпальню нашу. Капец. На такого бомжа слить снотворное. Просто стыдно. Камни забирай. И порох. Мэйли просто бегает, не помогая даже никак. Не подсказывает, какими путями надо идти. Заткнись. Все. Есть. Видос. Здорово. Николай. А почему именно сейчас? Почему не раньше, не позже? Как мы не услышали это стадо? Я плачу выкуп за мелких дырунов. И мне же их ловить? Ну и порядочки, о, план тагентов. Он убил моих родителей, он хочет нас убить. Нифига себе. Побежали. Дун-дун-дун. На! Валим. Не сбавляй шаг, Гуга. Беги с нами, Мэйли. Или беги за Мэйли. Пошли, бегом. Амиция, бегом. Бегом, Амиция, хорош. Так, сейчас что? Открывай, нет. Перелезай, нет. Открывай. Ну быстрее. Готово, пошли. Слева лучник, ложись. Убрал. Есть. Готово, пойдем. Пофигу на камень. 4 штуки, мне кажется, хватит. Попробуй через него уйти. Цепь, Мэйли. Давай. На! На! Есть! Ух, не зря стражников. Амиса, сваливаем! Прям на трупов. Прикрывай трупами. Амиса! Артур спас! Артур, набежим! Уходим! Let's go! Как в американских боевиках каких-нибудь. Офигеть! Вот это экшончик, мне понравилось. Прикольно сделано. И все? Такая короткая глава? Тропа идет вперед. Капец. Ну, наверное, надо будет каким-нибудь выпуском одновременно вставлять. Или как я уже привык, я буду каждый день по одному выпуску пускать. И пофигу, что они идут по 10 минут. Ну так повезло. Я что сделаю? Ну, сами видели, какая глава короткая. Мы просто свалили из лагеря, и все. Я не виноват. Честно. Все, свалили, молодцы. Отдыхайте. А ты знаешь, куда мы идем? Сейчас нам нужно спрятаться. Мы с Артуром знаем это место. А Лука? Он ждет в вашем шато. Всему свое время. Скоро мы увидим Луку? Надеюсь. Мне понравился Лука. Он хороший. Береги дыхание, Гуго. Мы на верном пути. Потопали. Нас еще могут найти. Вот такая вот серия у нас будет. И такая вот серия у нас получилась. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Всем пока.